Сегодня состоялся военный парад в Китае. Он был посвящен 70-летию победы китайского народа над японскими агрессорами и окончанию Второй мировой войны победой над мировым национал-фашизмом. В параде приняли участие сотни единиц военной техники и тысячи военнослужащих Поднебесной. В мероприятии также приняли участие лидеры из 50 стран мира, включая президента России Владимира Путина. К завершению парада, о котором объявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в небо были выпущены голуби мира и множество разноцветных шаров. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай никогда не будет добиваться мирового господства.